Модульная арифметика. Мы рассматривали остатки отделения, а теперь в модульной арифметике эти остатки отделения будут основой построенной нами системы. Итак, вот наше уравнение деления. Два входных значения. То есть вот у нас наша операция. У нас А и Н. Н входит. И в результате получается У и Р. Когда мы говорим о модульной арифметике, то нас интересует только остаток. Для записи операции модульной арифметики используется операция MOD. MOD записывается следующим образом. Ну вот у нас вот вариант А по моду модулю N равно R. А мы можем записать еще вот таким вот образом. А равно R по модулю N. То есть это эквивалентная запись. У нас в данном случае N будет являться модулем, а R и будет называться вычетом. Ну и, соответственно, вот наше уравнение деления записывается таким образом. Мы можем построить систему вычетов по модулю n. То есть, если у нас z есть некая множество целых чисел, то на Zn это вот числа от 0 до n-1, и они будут составлять вычеты по модулю n. Ну, действительно. Z равно 1. и при на 2 у нас все числа идут или четные, или нечетные. То есть четное число. По модулю 2 равно 0, а нечетное число по модулю 2 равно единице. И у нас э, можно выделить из, под, из множества zn под множество zn со звездочкой. Это э, такие числа, которые кроме аддитивной инверсии имеют и мультипликативную инверсию. Ну, понятно понятно, должна быть инверсия аддитивная, поскольку сложение обратную операцию. Почитание, но как мы помним, у нас у умножения нет всегда, не всегда есть обратная операция деления. И вот эти вот элементы, которые имеют деление, то есть мультипликативную инверсию, они и задают эту систему z-звездочкой. Ну вот давайте посмотрим у нас. Аддитивная инверсия это очень просто. У нас есть, есть два числа. То сумма этих чисел должна равняться модулю должна равняться нулю по модулю n я зачеркиваю 0 чтобы его не путать а, с буквой o например такая программистская привычка ну давайте возьмем ну скажем z 10. Z10 это у нас вычеты по модулю 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И давайте мы найдем инверсии для каждого элемента. Итак, элемент 0. Какая инверсия будет? У нас должен 0 плюс некое число равняться нулю. Ну, логично, что он сам себе будет являться инверсией. Дальше. Единица. Единица плюс некое число по модулю 10 должна равняться нулю. 9 ну и соответственно поскольку у нас коммутативно то получается 9-1 тоже двойка ну очевидно что это 8 тройка это 7 активность Четверка это шесть. Пятерка опять так, как ноль сама с собой. Шесть. Ну вот пошло теперь это уже есть у нас это прописано. Шесть четыре. Вот это аддитивное мультипликативная у нас а умножить а b равно единице модулю n ну вы помните что у нас а, единичным элементом по сложению является 0 а единичным элементом по умножению является единица Итак у нас, ну, вот у нас, скажем, 3 умножить на 7 равно 21, которое равно единице по модулю 10. Ну и вот нам нужно найти э, все мультипликативные инверсии то есть вот у нас z10 вот такой вид имеет z10 со звездочкой будет иметь следующий такой Ну вот у нас один-один пара есть такая. Один умножить на один равно единице по модулю десять. Дальше. Три на семь, да, вот она двадцать один нам. Три на семь пара три и да и наверное вот 9 на 9 81 получается 9 вот так вот вот у нас вот это вот получается такое z10 со звездочкой и вот все вот эти числа Имеют мультипликативную инверсию э, по модулю 10. Тут у нас э, в теории чисел особое значение имеют целые числа. Э, простые числа. Особое значение. Простые числа. Почему? Да потому что у нас для простых чисел у нас есть обратный элемент по умножению. Ну, естественно, при выбрасывании нуля. Ну вот у нас простое число обычно так оно обозначается и э, zp таким образом выглядит и э, каждый элемент zp имеет аддитивную инверсию и э, каждый элемент ну кроме нуля естественно имеет мультипликативную ну и z со звездочкой, это когда у нас нет оговорки кроме нуля. То есть вот этой оговорки нету. Каждый имеет мультипликативную. Ну, давайте простое число, небольшое, скажем, 11. z11 равно 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, в принципе, давайте проверим. Теория говорит, что Z11 будет иметь мультипликативную инверсию по всем, но кроме нуля. Давайте мы. Проверим. Один. Один имеет. Ну, естественно, один. Хотим. Два. Один уже сделали два. Нам нужно получить по модулю одиннадцать. Один. Ну, естественно, двенадцать. Два на шесть. Двойка.

Это у нас десять Вот и все. Мы видим, что как и должно быть, у нас а, за исключением нуля они будут задавать а, у нас а, нашу мультипликативную инверсию. Ну и э, таким образом, э, поскольку простые числа обладают таким хорошим свойством, то предпочитают работать именно с простыми числами. Резюме. Тут кратко. Обозначены результаты и вопросы, поднимавшиеся в нашей лекции. У нас э, вводятся целые числа. У нас э, две операции над числами. Одна имеет всегда обратную, вторая не имеет всегда обратную поэтому мы можем их рассмотреть как три отдельных операции. Деление, которое мы ввели, оно не является бинарной операцией, поскольку о, имеет в результате не одно число, а кортеж чисел. Поскольку о, два целых числа могут иметь больше, чем один делитель, то мы должны иметь конструктивный алгоритм его нахождения. Алгоритм вклида помогает найти наибольший общий делитель двух целых чисел. При работе с модульной арифметикой за основу берется остаток отделения. Мы, собственно, этим остатком интересуемся. Остаток называется вычетом. Число, на которое делится, называется модулем. Модульная арифметика создает набор Писел, которые мы обозначаем Zn, это набор вычетов по модулю n. Соответственно, бинарные операции, которые определяются на множестве Z, могут быть определены и на множестве Zn. Это сложение и обратная ему операция вычитания. И умножение. Опять же, деление не обязательно будет существовать на этом множестве zn. Для множества, чтобы бы существовало деление, мы должны вывести под множество zn со звездочкой. Сложение дается как обычно, а вычитание у нас записывается как аддитивная инверсия. Ну и, соответственно, у нас есть и мультипликативный. И в конце предлагается ответить на контрольные вопросы. Здесь перечислены контрольные вопросы, с помощью которых вы можете проверить, хорошо ли вы усвоили результаты, хорошо ли вы усвоили эту лекцию.